Государственный историко-литературный музей Пушкина разработал удобное мобильное приложение «Музей Пушкина». Теперь познакомиться с усадьбой Большие Везема, оставившей глубокий след в творчестве великого русского поэта, можно с помощью часовой интерактивной прогулки с Пушкиным. Увлекательная интернет-экскурсия сопровождается отрывками из глав Евгения Онегина, «Пиковой дамы» и других известных произведений. Тексты читает народный артист России Сергей Безруков. Также можно выбрать обзорную прогулку по территории.